Курганцы ждали этого момента давно. Там, где в советские годы стоял первый памятник, демонтированный в лихие 90-е, появился новый монумент – пятиметровая бронзовая фигура основателя города Тимофея Невежина. Братья и сестры, новые жители, гости долгожданные, и я вас поздравляю, славные сыны и дочери Курганграда. Теперь я с вами буду помогать, да вдохновлять на подвиги благие, да славится земля наша, царева курганская. Верю в вас, потомки, все у вас получится. Одной из главных героинь праздника стала автор памятника, курганский скульптор Ольга Красношеина. После открытия она только и смогла произнести. Ну что я хочу сказать? Ура! Под звуки торжественной музыки памятник был открыт. Глава города назвал это событие историческим. На свое законное место вернулся основатель города Тимофей Невежин. Для города Курган, на мой взгляд, это очень важно. Во-первых, это историческая память. Во-вторых, это новый виток в развитии нашего родного города. Ну и в-третьих, это хорошая достопримечательность, которая появилась здесь. Курганцам памятник очень нравится. Ну, это не просто памятник, а это духовность наша. И он является символом, что надо двигаться вперед, не убегать из города нашего, а развивать его. Курган жил, живет и будет жить. С нами Тимофей Невежин. Помимо установки памятника, провели реконструкцию при вокзальной площади, отремонтировали дороги, тротуары, разбили цветочные клумбы, установили вазоны и скамейки. Как только строить начали, сразу обратили внимание, что какой-то культурный сдвиг произошел вообще в Кургане. То есть привокзальная площадь сильно изменилась. Культурно стало и чисто все, и вообще как бы посидеть можно. Дети отдыхают здесь часто, взрослые, много изменений. Напоследок Тимофей Невежин дал курганцам наказ. Знайте, да помните, жить теперь будем общими правилами. Друг за друга горой стоять, строить да помощь оказывать. От трудностей не бежать, какими бы они ни были, со всеми справимся. Николай Волков, Дмитрий Тихонов, информационное агентство «Курган.ру».